Всех приветствую. Сегодня 7 декабря. На улице у нас 13. 14, наверное. 13, короче. Давно ничего не снимал. Трактор уже месяц, наверное, не запускался. Сейчас буду запускать, снег почистить надо. У нас что, потеплело? До этого неделю две, наверное, морозы стояли. Снимать ничего не снимал, как до этого. На пахоте, короче, телефон разбил, поэтому ничего не снимал, ничего не редактировал, ничего не делал. Трактор уже месяц стоит, получается, наверное, уже почти. Сейчас надо будет откапывать. Аккумулятор снял. Ух ты, нифига тут надуло. Сейчас аккумулятор принесу. Надо обмести сначала. Сейчас обмету, даже не подходил к нему ничего. Греть, наверное, не буду. Попробую так завести. Свечи накала подцепил, отопитель еще даже не ставил. Нафиг ему пока так. Ладно, аккумулятор пойду принесу. Трактор уже месяц стоит. Короче, надо снег почистить, запустить его, чтобы поработал нормально. Тащу, короче, аккумулятор. Тяжелый сотка все равно. Аккумулятор Барс, погонял его. Сотка. Снега у нас в этом году мало по сравнению с прошлыми годами. Там что-то на этой неделе вроде пока тепло. 20-15, значит, у нас на следующей неделе 30 на морозы опять придут. Так, что тут открыто? Нет, открыто. Не знаю, что видно, не видно будет. Камера на голове. Все в реальном времени, короче. Так. Так, конечно, сразу все в реальном времени, короче, кому интересно, посмотрит, кому не интересно, пролистает. Так, минус. Так, стартер. От Т-40. Вот от Т-40 стартер. Так, тут утеплено маленько. Надо утеплитель заказать. Так, что там масло? Масло глянуть. Солярка зимняя. О, не капает. Фильтр стоит. На фильтре, короче. Ну, хорошо, наверное, промерз. Наверное, хрен заведется. Мне самому интерес, заведется, нет. Все, вынесет. Ладно, попробуем.
этого монстра сюда притащил, надо будет потом заняться, восстанавливать, короче. Его полностью надо будет разбирать, капиталить по деньгам. Посмотрим там еще. Постепенно надо будет начинать. Так, что? Прокачивать нафиг, прокачивать. Насос я отключил. Подключил, короче, свечи накала. Отопитель так и не ставил. Так, на компрессор. О, ух ты, ни хрена себе. Замерзшее все, задубевшее. Так, погреем свечи накала пока. Газ. Газ. Так, как тут приловчиться-то? Нифига себе, замерзшее все. Свечи накала погреть. Не знаю, работают, не работают они. Ну, вроде как проверял, рабочие были. Надо попробовать покрутить. Да, тяжело. Головки прогреются, пусть надо. Вряд ли, наверное, не запустится надо. Гореть надо все равно. Морозы 30 стояли. Он задубел, наверное. Херню нафиг. Убрал. Надо попробовать. С декомпрессором. Так. Ладно, еще раз попробовать. Масло полусинтетика 10W40. А, ни хрена замерзшим все. Задубело все конкретно. Thank you.
надо будет почистить здесь, получается, сено постепенно уходит, сенаж тоже постепенно кормлю. Сенаж телятком, короче, только даю пока. Надо будет здесь тоже вычистить. Туда, к дровам. Ладно, пусть греется пока. Постоит, помолотит маленько. Гидравлика оттает. Пойду баню. Не, белый дым идет. Еще не прогрелся. Сено большими рулонами кормлю, сейчас надо будет прочищу, подкатить, надо подтолкать туда их. Короче, свечи в головках вечных. Отопитель надо как-то поставить. Чё-то всё, некогда было скотину резать. Чё, давление 4. Ой, как медленно-то всё. Масло замерзшее, блядь.
чё, пониженный. Коробка замерз. Так, тут плавающий. Гидравлика так и не оттаяла, медленно поднимает. Так, что, рельс вперед? Медленно, вот сейчас уже поболее, побыстрее.
некому, ставлю куда попало, короче. Ну и все, короче, как-то так нафиг. Маленько поработал. Надо отопитель ставить, на, с открытой форточкой. Холодновато, короче. Thank you.
он до 40 только нагрелся. Всем удачи, всем пока.